А на набережной появится свадебный городок. Это будет новое место отдыха. За отдельную плату городские организации там смогут оказывать некоторые услуги, например, по регистрации брака. Кроме этого, будет установлен ряд архитектурных форм. И молодожены города Тирасполя смогут там произвести как выездную регистрацию, так и, в принципе, в целом организовать фотосессию для того, чтобы сфотографироваться вот на таких красивых там пейзажах, которые там есть.